Без разминки на ринг не выходить. Такое негласное правило у юного боксера Рамазана Султанова. Перед боем спортсмены разогревают мышцы, настраивают дыхание и разминают суставы, чтобы подготовить организм к максимальной нагрузке и во время боя не получить травму. Когда разминаешь плечи, то бывает меньше травм, и удар у тебя быстрее бывает, техничнее. У Арсения Жирнова большой соревновательный опыт. По словам юноши, на выездных соревнованиях важна не только подготовка, но и поддержка товарищей по команде. Ребята подсказывают спортсмену на ринге и подбадривают в случае неудач. На соревнованиях вся команда кричит имя в углу своего партнера в команде. У меня эмоции, конечно, хорошие. Я победил соперника, который ходил равно, как и я. Он хотел так же, как я, 4 года. Все спортсмены уникальны, поэтому каждому нужен индивидуальный подход к тренировкам. Тимофею Блинову больше всего нравится скакалка и спарринги с товарищем по команде Арсением Жирновым. По словам Тимофея, это помогает отработать технику и научиться контролировать эмоции. Скакалка мне нравится, потому что у меня на ней получается прыгать, и она очень сильно хорошо укрепляет ноги. А отработка в парах потому что я становлюсь в них увереннее. На открытом ринге центра единоборств «Алгарь» в Нижнем Новгороде с саровским боксером не было равных. Воспитанники спортивной школы «Икар» вернулись домой с 3 золотыми и 1 серебряной медалями. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».